Ну что ж, начнем, наверное, тогда с мужчин. Итак, твое поздравление очень громкое. Я всех металлургов поздравляю с этим замечательным праздником. Люблю Заринск, город. Да, неплохо, друзья, очень душевно, строго, по-мужски. Ну а что же нам скажут дамы? Я очень люблю Заринск. Мне сначала этот праздник не понравился, но сейчас мне он очень нравится. Конечно, ведь ты уже практически настоящая звезда. Да, вот это поздравление. Аплодисменты, друзья. Громче. Так, но я думаю, что вам есть что сказать в этот замечательный праздник. Только очень-очень громко. Я всех люблю. Люблю Заринск, люблю Алтай-Кокс. Ура! Дорогие друзья, ну вот мне кажется, если все дети будут такими же мудрыми, такими любознательными, то у нас будет замечательное будущее, дамы и господа. Да, я думаю, со мной все согласятся. Итак, мы продолжаем наше поздравление. А где ваша улыбка сегодня? Вы ее дома забыли? Так, поздравим всех? Хорошо, давай. Я люблю свой город. Люблю маму, люблю папу, люблю бабушку, люблю дедушку. И сегодня буду танцевать. А вы меня поддерживаете? Конечно, поддерживают. Еще как. Ну что ж, я думаю, сейчас самые умницы нашего праздника скажут великолепную речь. Пожалуйста. Я поздравляю всех жителей Заринска, желаю счастья, здоровья. Ура! Воу! Да, вот это настроение, вот это задор, ну и ваше слово, конечно же. Я хочу поздравить всех металлургов с этим замечательным праздником и пожелать им счастья, удачи и всего самого лучшего в работе. Отлично! И победителям в сегодняшнем детском конкурсе умники и умницы металлургии становится Кристина!